В иномарке, остановленной на пересечении улиц Ламповой и Шахурдина, обнаружились не только водители и три пассажира, но и боссы, звери, торнадо и много еще кто. Точнее, что. В салоне и багажнике полицейские насчитали 20 аккумуляторных батарей разных наименований, обоснованно посчитав их криминальными трофеями, перекочевавшими из-под капотов чужих авто. За что задержат сейчас? За кражу аккумулятора. Двое задержанных ровесники, им без малого 19, еще один 24 лет от роду. Самый старший в этом экипаже водитель, ему 26. Все жители Ленинского района здесь же выходили на промысел. Ну а ты можешь назвать, сколько примерно аккумуляторов за это время вы украли? Штук 40. В ночь на 28 марта они наследили на улицах Ламповое, Студеное, Крылово, Осенний, проспект Строителей. 20 проживающих в этом микрорайоне владельцев отечественных авто заявили в полицию о краже аккумуляторов. По данному факту следственным отделом отдела полиции номер 4 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Благодаря профессионализму сотрудников уголовного розыска, некоторые из потерпевших практически одновременно узнали и о преступлении, и о том, что оно уже раскрыто. Приехал в полицию, мне сразу показали аккумулятор, я его опознал. Спасибо полиции за то, что так резко среагировали, сообщили. Уже понятно, что это не дебют задержанного криминального квартета. Можно ли говорить об их гастролях с той же программой в других районах города, предстоит разобраться в ходе следствия. Ольга Орлова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.